А сегодня спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер встретился в Белграде с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Обсуждали перемирие на востоке Украины. Об этом сообщил глава сербского МИДа. Но деталей встречи не раскрыл. Переговоры проходили за закрытыми дверями. Ранее Волкер заявлял, что планирует обсудить с Сурковым вопрос введения миротворцев на Донбасс.